В Гродно стартовала масштабная республиканская акция БРСМ «Зимний маршрут». К слову, не случайно проект начался именно в нашем городе. Гродненский областной штаб студенческих отрядов признан лучшим в стране по организации трудовой деятельности за 2020 год. В ближайшее время в рамках акции студенты Аграрного университета проедут более 600 километров по всем районам Гродненской области. Задачи у волонтеров остаются прежними – помогать тем, кто в этом нуждается. В первую очередь это, конечно, ветераны Великой Отечественной войны и одиноко проживающие пенсионеры. В рамках этой акции пройдет облагоустраивание обелисков, мемориалов, воинских захоронений. Наверное, вот тот основной посыл, который хотят донести ребята, именно показать своим примером, что значит любить свою страну, что значит помогать друг другу. Кроме того, во время акции «Зимний маршрут» ее участники, студенты Аграрного университета, встретятся с учащимися аграрных классов в районах области. Они смогут поделиться своим опытом поступления и обучения в университете и в целом пообщаться и завести новые знакомства. Всегда приятно делать хорошие дела. То есть нам несложно на своих каникулах зимних поехать убрать памятник, помочь ветерану или одиноко проживающему человеку, поиграть с детьми. То есть от детей мы тоже будем получать какие-то положительные эмоции. Детские улыбки всегда радуют. И, конечно, важная задача – это профориентация в наш вуз. То есть это одна из основных наших задач. Ну а в общем, классные эмоции, хороший опыт для себя, показать то, что мы можем, то, что мы хотим в первую очередь.